Отец-одиночка – это огромная редкость в России, ведь обычно все обязанности по уходу за детьми ложатся на мать. Но бывают и исключения, когда мужчине приходится занять место женщины и самому растить своих детей. Сергей Белоусов был женат, семья жила скромно, ведь муж работал охранником. К сожалению, семья проживала в ветхой избе. Однако у супругов подрастало 5 детей. Сергей крутился как мог, чтобы обеспечить родных. Но жена устала от заботы о доме и детях, поэтому в один день она просто ушла. О судьбе своих детей она не сильно переживала. Женщина очень скоро начала жить ради себя. Она пропадала на сельских вечеринках, а близкие редко видели женщину трезвой. Сергей понял, что жена не одумается и не вернется. Поэтому он подал на развод, для своих детей он стал и мамой, и папой. Мужчина заботился о детях, делал с ними уроки, к тому же он выполнял домашнюю работу, стирал, готовил, убирал. Сергей был бы рад снова построить свое счастье, но он понимал, что это почти невозможно. Однако он согласился принять участие в программе «Пусть говорят». Вскоре Сергей стал известен на всю страну, а репортаж увидела девушка по имени Юлия. Она нашла Сергея, не испугалась трудностей и постаралась стать опорой для мужчины. Сергей нашел новую работу, семья переехала и села в район побольше. Юлия стала мамой для детей Сергея, а вскоре на свет родился их общий ребенок, сын Ваня. Семья живет душа в душу. Они смогли обрести счастье, несмотря на трудности. Если вам понравилось данное видео, оцените его, пожалуйста, лайком и напишите в комментариях ваше мнение. Большое спасибо за просмотр.